На одном из пресс-брифингов в Кремле Дмитрию Пескову, секретарю бункерного фюрера, задали вопрос, как он относится к сравнению войны в Украине с Карибским кризисом, а Путина с Хрущевым. На что Песков ответил: «Путин – это Путин, а Хрущев был Хрущевым, царствие ему небесное. Здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать». Скомканный и не самый выдающийся ответ пресс-секретаря Путина, тем не менее, не случайен. Сам Путин очень нервозно относится к собственному сравнению с Никитой Хрущевым по одной очень важной для него причине, связанной со страхом, о чем уже не первый год говорят многие политические аналитики и журналисты. Если бы это было пустыми домыслами, озвучивать это было бы неуместно. Но определенные решения Путина говорят о его однозначном страхе быть похожим на человека, который в 1960-е годы хотел догнать и перегнать Америку. Чем же вызван этот страх? Откуда вообще возникла идея сравнивать Путина с Хрущевым? Неужели только лишь из-за ядерного шантажа всего мира, которым отличились оба деятеля? Нет, не только. В общем, это будет интересный выпуск. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Но вначале, друзья, попрошу вас подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, а также поддержать наш труд на платформе Patreon. Ссылка в подсказке, описании и первом комментарии. 60 лет назад мир стоял на грани катастрофы. СССР и США, две сверхдержавы, обладавшие ядерным потенциалом, которого, по определенным подсчетам, было достаточно, чтобы несколько раз уничтожить человечество, остановились в шаге от применения ядерного оружия друг против друга. С 16 по 28 октября 1962 года продолжался Карибский кризис. Казалось, что все сделали надлежащие выводы, и этого никогда не повторится. Однако прошло всего несколько десятилетий, и те же стороны снова стоят на грани. Только на этот раз СССР заменила РФ, забравшая себе весь ядерный арсенал бывшего Союза, и, в частности, значительную его часть у Украины, против которой теперь грозится применить оружие массового поражения. После завершения Второй мировой войны бывшие союзники США и СССР вступили в упорное противостояние. Причиной стали кардинально противоположные идеологии, настолько антагонистичные по своей сути, что геополитические противники были обречены на противостояние практически на каждом участке человеческой жизнедеятельности, от космической программы до использования туалетной бумаги в быту. Прямого противостояния не происходило из-за того, что сначала США, а затем и СССР обзавелись ядерным оружием, применение которого потенциально приводило к непомерному количеству жертв, чего никто не желал допустить. Со временем арсеналы достигли такого размера, что начали звучать предположения, что их одновременное применение может привести к гибели всего человечества на планете. Поэтому ядерное оружие стали называть оружием сдерживания, а противостояние между обоими гегемонами – холодной войной, то есть войной без горячей фазы, прямого столкновения обеих армий. Стратегия холодной войны заключалась в окружении соперника ядерным оружием со всех сторон, чтобы в случае обострения он просто не смог нанести ответный удар. Для этого использовались подлодки, самолеты стратегического назначения и базы наземного базирования. В 1959 году США удалось нарушить паритет в последнем компоненте, разместив ядерное оружие, а именно ракеты средней дальности PGM-19 «Юпитер» в Турции, то есть вплотную к советской границе. Однако в Вашингтоне не учли, что на Кубе, которая находится в 140 километрах от американского штата Флорида, в 1959 году пришло к власти социалистическое правительство Фиделя Кастро, установившее авторитарный режим, схожий с советским. В Гаване понимали, что без поддержки могущественного союзника режиму не выстоять. В Москве же ухватились за шанс обзавестись союзником вплотную к американским границам.
Москва и Гавана договорились о размещении советского военного контингента на Кубе. Вместе с 40-тысячной армией на Остров Свободы были переброшены и носители ракеты Р-12 с ядерными боеголовками. Их 14 октября 1962 года зафиксировал американский самолет-разведчик У-2. Два дня спустя, 16 октября, об этом доложили президенту США Джону Кеннеди. Этот день и считается началом Карибского кризиса. 22 октября в телеобращении к нации Кеннеди объявил морскую блокаду Кубы. Все идущие к острову корабли должны были досматриваться американцами на предмет доставки вооружений. 24 октября к американскому конвою подошли советские суда. Понятно, что ни о каком добровольном досмотре не могло быть и речи. Мир приближался к вооруженному конфликту, который с высокой долей вероятности мог перерасти в ядерный. Как и полагается столь драматичным событиям, обстоятельства, при которых разразился Карибский кризис, со временем стали обрастать полулегендарными, полуконспирологическими теориями. Свершившимся же фактом является то, что 27 октября над Кубой был сбит американский самолет-разведчик У-2. Это уже была грань конфронтации, ведь в случае нанесения войсками США ответного удара эскалацию было бы невозможно остановить. Однако еще за день до этого лидер СССР Никита Хрущев направил президенту Кеннеди телеграмму с предложением переговоров. Он предлагал забрать советские ракеты с Кубы в ответ на гарантии ненападения на остров со стороны США. А уже 27 октября после инцидента с самолетом-разведчиком Хрущев предложил убрать ракеты в обмен на аналогичный шаг с американскими ракетами в Турции. Это, в частности, породило версию, что сбитие самолета не было согласовано с Москвой. В этот момент в Кремле якобы поняли, что не полностью контролируют ситуацию, и это способствовало их инициативе по переговорам. Этот инцидент остается напоминанием, что в случае чрезмерной эскалации все может решить один неосторожный выстрел. 28 октября США официально согласились с условиями первого послания – вывод ракет в обмен на гарантии ненападения, что ознаменовало завершение Карибского кризиса. С распадом СССР возникла надежда на ядерное разоружение. Украина, Белоруссия и Казахстан впервые в истории создали прецедент ядерного разоружения, отказавшись от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Украина отдала третий в мире по мощности ядерный арсенал. Какое будущее у процесса ядерного разоружения после агрессии РФ против Украины – вопрос риторический. Он был сведен на нет аннексией Крыма. Теперь Украине угрожают, по сути, ее же арсеналом. В Кремле считают отступление СССР в ходе Карибского кризиса слабостью, а Хрущева – слабаком, и в последние десятилетия всячески его высмеивают. Политика современных российских властей базируется на реваншизме и желании все переиграть. Поэтому оказаться на месте Хрущева – это для нынешнего хозяина Кремля действительно возможность воплотить свою риторику в реальность. Параллели, разумеется, не полны. Есть даже определенный элемент зеркальности, ведь теперь США защищает далекую страну от агрессии ее соседа и одновременно своего геополитического союзника. Более подходящим примером была бы ситуация с Тайванем, который, как и Куба, остров. Но какие бы параллели не имела бы сегодняшняя ситуация с Карибским кризисом, сравнивать себя с Хрущевым Путин ой как не любит. Знаете почему? Пожалуй, единственное, чего он боится больше, чем всяческих революций, это дворцовый переворот, подобный тому, который стоил Никите Хрущеву власти в 1964 году, через два года после Карибского кризиса. Отсюда все эти навязчивые идеи заговора против него внутри России и за рубежом. Поэтому Путин изо всех сил старается излучать такой себе сильный и непобедимый образ. Ну, то есть старался, но безуспешно, ведь в итоге этот образ сейчас очень сильно померк. Но у него есть личная 400-тысячная гвардия, возглавляемая бывшим телохранителем Золотовым, которая, по его мнению, может защитить его от всяких недружественных действий со стороны собственного окружения или революционно настроенных граждан. Что-что,
а репрессивный силовой аппарат в России развит очень хорошо, в отличие, например, от армии. Как бы ни избегал Путин сравнения с Хрущевым, объективно от параллели между этими двумя деятелями никуда не деться. И если в амплитуде замаха ядерной дубинкой Путин явно не так крут, как Хрущев, то в своей риторике Владимир Владимирович очень сильно походит на Никиту Сергеевича, но только с учетом сегодняшнего времени. Его заявления часто напоминают речи советских руководителей времен Холодной войны. Язык Путина – это язык, который никогда не использовали ни Ельцин, ни Горбачев, ни даже Брежнев. Это язык Хрущева. Никуда Путину от подобных сравнений не деться. Поэтому, перефразируя слова Пескова, приведенные в начале, можно сказать: Путин – это Хрущев. Царствие им обоим, ну, вы поняли. Шутки шутками, но в качестве послесловия стоит сказать следующее. Уникальность украинской ситуации состоит в том, что Киев добровольно отказался от ядерного оружия в 1994 году, таким образом создав прецедент. С этой точки зрения даже аннексия украинского острова Тузла России в 2003 году уже могла запустить долгосрочные, но необратимые процессы. Агрессия сначала гибридная, а затем и полномасштабная, с последующей ползучей аннексией все новых территорий против страны, отказавшейся от значительного ядерного потенциала со стороны страны, которая его заполучила, еще и гарантировала безопасность своей жертве. На самом деле, мировому порядку нанесен непоправимый ущерб, и недостаточно убедительное наказание агрессора-мошенника, не соблюдающего взятые на себя обязательства, запустит обратный отсчет к войне между ядерными государствами, которая в таком случае станет неизбежной. Поэтому Путина уже давным-давно пора отправлять по пути Хрущева. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поддерживайте нас на Patreon. Это помогает авторам развивать канал. Кроме этого, можно воспользоваться новой функцией YouTube – спонсорство. Кнопка «Спонсировать» есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы!